Как же мне нравится это кресло. Оно такое уютное, такое комфортное. Тут еще покидали подушки. Мне кажется, они лишние. В белом цвете я хотела кресло. В основном все это продают такое, ну, такое бежевое, коричневое. Я именно хотела в белом цвете. Оно просто суперское. Такое удобное, комфортное. Как-то, мне кажется, в комнате стало так уютненько. Так красиво. А вообще что-то сегодня прям холодно. Я сегодня даже вот надела халатик, мой любимый. Я его заказывала в интернет-магазине, мой любимый Василек. Вот единственное, всегда удивляюсь, ну почему они не завозят еще такие халаты? Их очень быстро разобрали. Он такой плюшевый, мягенький, такие тут зайчики. Такие вот, ну не знаю, он вообще классный, качество обалденное. Я хотела еще один взять такой халат в подарок. Я прям очень им была довольна. Думаю, так, надо взять его еще в подарок. Здесь удобная, удачная такая длина до колен, знаете, такой, не прям короткий. И уже их не было. Я все контролирую, думаю, ну может быть, появится, надо будет срочно его взять. И цвет очень такой удачный, расцветка просто космос. Но их пока нет в наличии. Вот уже сколько? Уже, наверное, года полтора как нет в наличии. Надеюсь, что все-таки завезу такие халаты. Приехали сейчас с мамой в клинику. В глазную. Я сижу и вижу, что уже у нас на улице темно. Темно-темно. Нянка уже позвонила, нянка сделала уже уроки. С ней немного знаю, так что будет полегче. Придем домой, уже не нужно будет делать уроки. Еще хотим сейчас заехать, будем ехать домой, шаурму взять. Уже не хочется сегодня на ужин запариваться, что-то готовить. Хотя мы готовили на обед сегодня, подливку делали с печенью. И ну, там это не подливка, а хотя подливка. Как не подливка? Печень со сметаной и пюрешка. Ну, захотели на ужин. Шаурму. А еще смотрю, здесь же тоже еще в клинике. Это клиника глазная. И здесь несколько этажей. Тут даже вот лежат. И сняшку сейчас я кружу. Я так заглянула, что развозит какая-то крупа. Но не видела, может там и мясо есть. И какой-то салат со свеклой. Ну, какой-то свекольный, короче, салат там сверху. Хлебушек и, наверное, компотики. Мне нравится то, что, знаете, тарелочки. И тарелочки прям такие, знаете, прикрыты. То есть не так развозят, знаете, открытую посуду с едой. А все прикрывают. Салфеточками. Короче, развозят еду, и мне захотелось кушать. Очень хочу шаурму. Тут еще елочка стоит. Но в этом году... Сейчас читаю комментарии, прям пишу, в этом году прям рано убрали, да, мы в основном всегда в феврале, в конце февраля убирали. А в этом году именно из-за того, что кокон пришел раньше, быстро, мы не ожидали, что быстро он придет, поэтому пришлось разобрать елочку, ничего страшного, в принципе, она простояла, получается, когда мы 17 или 18, в общем, 18, по-моему, получается, мы разобрали ее, так что нормально. Это с учетом того, что мы в ноябре нарядили, в конце ноября. Нет, мы вначале, мы где-то 2-3 декабря нарядили. То есть она у нас простояла полтора месяца. Так что нормально, мы насладились уже. Жду мамы, сижу. Процедурный кабинет. Уже 6 вечера сейчас. Я сегодня закупилась витаминками, сейчас вам покажу, что я купила в аптеке «Апрель». Уже не первый раз там покупали, и я покажу в этот раз, что мы взяли. Кстати, цены очень хорошие, там на большой ассортимент товаров есть скидки, прям очень хорошие скидки. Вот такие вот витаминки, витаминный комплекс для улучшения работоспособности, предотвращения сезонной усталости и стресса. Вот такая вот штучка. И здесь
такие вот пакетики. Витамин С, В1, В3, В5, В6, В12. В общем, очень хорошие штучки, тем более сейчас. Сейчас прям сезон простудных всяких заболеваний, поэтому нужно пить, конечно, витамины. Я взяла со вкусом лимона. Также взяли горячее питье. Я как-то его показывала, многие спрашивали, где я купила. Купила в аптеке «Апрель». Я покупала горячее питье от кашля. Кстати, очень хорошая вещь. На самом деле очень помогает при кашле. Успокаивает кашель. Что мне еще понравилось, даже если горло немного побаливает, то вот такое горячее питье очень-очень помогает. Это со вкусом малины. И это именно сезон простуд. В общем, со вкусом малины, как чаечек. Чувствуете какое-то такое небольшое недомогание. Да и вообще можно просто как профилактика, как чай пить. Вот так, крем для век с гиалуроновой кислотой. Мы брали такой же крем для лица дневной, очень хороший. Я взяла еще такой вот крем для век. Зубной нитью мы всегда пользуемся. Я очень люблю зубные нити. А также ополаскиватель вот такой для полости рта хвойный. Взяла себе вот такие вот витаминки. Витамин D3 и витамин К12. Способствует поддержанию иммунитета. Здесь 60 таблеток. Это мы будем с Ликой пить. Лика хоть не очень любит витаминки разные, но приходится. Вот такие вот взяла жевательные капсулы. Вкус тутти-фрутти. Здесь 100 капсул. Детская омега-3. Миланка их обожает, вот такие вот. Другие витаминки всякие не пьет, а вот именно вот такие жевательные капсулки она очень любит. Они, сейчас я покажу, как они выглядят. Миланка уже, кстати, выпила. Выглядят вот так. Такие разноцветненькие они. Детям они в основном нравятся. Знаете, вот дети не любят пить всякие таблетки, витамины. А вот такие жевательные, они, кстати, очень-очень вкусно пахнут. Прям... жвачка, конфетка. Так, также еще взяла витамины и минеральный комплекс. Витаминочки вот такие вот. Короче, набрали витамины разные. У нас папа будет пить, и мы будем все пить. Комплексная поддержка организма. Здесь 30 таблеточек. Миланке взяла пластырь стерильный медицинский. Здесь детский именно, здесь 20 штук. Она закончилась. Я очень часто перебираю аптечки, смотрю, что закончилось, где-то может быть срок годности вышел, и вот так периодически обновляем. Так, ну и еще взяла Миланке вот такой вот бальзам для губ. Я как бы не пользуюсь бальзамом для губ, Лика иногда пользуется, но Миланка любит, в школу даже вот идет, чтобы губы не обветривались на морозе, не сохли. Вот зимой она вот такими всякими бальзамчиками пользуется. Я оставлю промокод в описании под видео, можно им воспользоваться и получить дополнительные скидочки на товары в аптеке «Апрель». Хочу себе заварить вот такой вот комплекс витамины. Здесь 10 таких вот пакетиков по 5 грамм со вкусом лимона. И на улице такой ветер, знаете, плюс 3, но очень-очень сильный ветер. Захотела что-то горячего, вспомнила вот для иммунитета. Я же заказывала как раз со вкусом лимончика. Вот такой вот чаек сейчас заварю. Тихо. Подожди, моя не получилось. А главное, ну, песни. А зачем с двух сторон? Нет, это не с двух сторон. С двух сторон не надо. Это вот если открываешь, начинаешь отсюда есть. Да.